Всем доброго здоровья! Иногда бывает нужно улучшить качество фотографии или просто ее размер. Для этого существуют так называемые апскейлеры, специальные программы и нейросети. Одну из них я сейчас вам и хочу показать. Она так и называется Upscale. Это программа, ее нужно установить на компьютер. Для этого нужно зайти на сайт, вот на этот. Адрес я вам укажу. И просто скачать загрузочный файл себе на компьютер. Затем нужно ее установить. Я уже все это проделал. Давайте перейдем уже в саму программу. Так выглядит интерфейс нашей программы. Сейчас у нас версия 2.9.8, поэтому если будет уже другая версия, когда вы смотрите, то интерфейс может быть немножко другим. Здесь всего 4 шага. Первая кнопочка — это можно улучшать целую папку целиком. Вторая кнопочка — это выбрать нужно ваше изображение. Давайте выберем старую открытку. Это чертово городище у нас в Свердловской области. Дальше. Выбрать метод улучшения. Здесь есть разные стили. Оставим, какой есть. Потом выбрать папку, куда это все будет апскейлиться. Давайте выберем папку Upscale. И нажать уже на кнопочку самого процесса. В зависимости от мощности компьютера это займет какое-то время. И в зависимости от настроек. Давайте, пока это у нас происходит, еще зайдем здесь в раздел настроечек. Есть здесь небольшие настройки. Здесь есть ссылочка на вики-сайт. Там можно задавать вопросы и посмотреть, что люди задают другие вопросы. Здесь кнопочка с донатом. Так, все у нас уже готово. Давайте посмотрим. Ну что ж, по-моему, очень заметное улучшение. Мне нравится. Дальше здесь у нас есть логи, то, что мы делали. Потом можно изменить немножко тему самой программы. Ну, давайте оставим стандартную. И тут еще несколько... Так, вот, качество изображения, увеличение размера. И еще несколько настроечек. В общем, поразбирайтесь. Такая замечательная программка. Всем рекомендую ее использовать. Или хотя бы попробовать. Как у вас это получилось, понравилось или нет, пишите в комментариях. А я с вами не прощаюсь. На земле быть добру и нейросетям. Пока-пока.